Брак в США для 31-летней Оксаны Самойловой окончен. Инстадива с 34-летним мужем, тремя дочерьми и сыном прилетели в Москву. Вчера Джиган совершил прощальный заплыв в Майами. Возмутитель спокойствия прыгнул с пирса в воду. Внешний вид рэпера неприятно удивил поклонников. Господи, какой он стал жирный, то чувство, когда жена после четвертого ребенка выглядит лучше, чем муж, но хоть кушает хорошо. Написали фанаты. Сегодня звездную семью сняли на видео в аэропорту в Майами. На ролике оказались Оксана с детьми. Две россиянки сделали вывод, что Самойлова улетает без Джигана. Однако позже другие пассажиры опубликовали видео, на котором был и рэпер в черной футболке, светлых шортах, черных носках и кроссовках. Семья сдала в багаж много сумок, после чего прошла на стойку регистрации. Музыкант вел себя спокойно, он помогал дочерям нести вещи. Родители с детьми благополучно вернулись в Россию. Их сфотографировали в аэропорту Москвы. Звездная семья прилетела в Майами в декабре. Самойлова признавалась, что они решили пожить в США до конца 2020 года. Однако после рождения долгожданного сына Джиган ушел в загул. Рэпер в нетрезвом состоянии выходил в прямой эфир, матерился перед детьми, просил дочь принести ему пиво. Позже он заявил, что оказался в психушке. Многодетный отец в соцсети вымаливал прощение у Оксаны. Музыкант недолго пробыл в рехабе. Его поведение остается странным. Самойлова призналась, что последний месяц стал худшим в ее жизни.